тобой, где чувства боли, когда босой, когда воин, как на воле, когда есть здоровье, я доволен. Бог с тобой, где чувства боли, когда босой, когда воин, как на воле, когда есть здоровье, я доволен. Пау, пау, и стреляю по городу в кардан, нахожу под бойный кулак, да, после того, что ты дома мы холодны, перешитые в новое, попали в голову, не упал, тут-ах-ту. Выпрыгнул вовремя, как сам, как бесправно. Боинги и таких не берут, бронебойных. Ждано, негаданно, сбитыми ранами я улетаю, но я же вернусь. Сонная сторона, рано покорно покажет, как ты нажимаешь. Сбитым воду, как ты рано, 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 рано. Я так дивно было, как ты крови по напусти. Жирен по натуре, я ворен каждой дуре. Зовут меня по гаре. Слева, справа, тут дальний свет. Фары слепят глаза прямо в цвет. Пятый кричат, просит доме. Эмоции зашкаливают, честно говоря. Мне, очень страшно было садиться. Я не знаю, почему. Просто внутренний страх такой был. Ужасный. Да и вообще просто всегда страшно. Просто, может, я не говорю никогда никому, но объективно мне практически всегда страшно. Такая, знаете, мандражирующая ситуация. Внутренне потряхивает. Ну, прям сильно. Давно не ездил. Мотороллер не в счет. Ну, давайте объективно. Мотороллер — это мотороллер. То есть, там, конечно, классно, здорово. Жук молодец. Но здесь, когда ты прям ощущаешь полносильную штуку, которая просто отрывает тебя в космос, это сильно. Так, 2,6. Давайте. Не открутить колпачок, господа. В какую сторону колпачок, напомните? Откручивается. Я бежу, что он закис? Серьезно? Брат, ну ты чего? Ладно. А передний? О, передний ходит. Отлично. А что с задним? Ух, нифига себе. Ух, нифига себе. Хо-хо-хо. Блин, дружище. Ну ты чего? Радость моя. Давайте перед 2,5. Наверное, когда ставил на зимовку, перед, после... О, нифига себе, вилка проходила. Сейчас, родимая, поработаем, посмотрим. Не подводи меня, радость моя. Я, конечно, тебя обслужу, но не подводи меня. В том, что что-то сделалось, этой уверенности нет. Так, это мы возьмем с собой. Это нам пригодится. Че по хвосту? Ну, не такой грязный. Чпонька, 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 чпонька. Сейчас мы уберем с визора какашку. Фу-фу. Еще так прикольно, когда так перемещаешься. У тебя амортизатор задний все время что ты хочешь сделать? А, прикольно. Ну, если тебе нравится, то крутяк. Да, нормально, конечно. А, сейчас доедем до этого самого, до Кириша, там 95-м заправимся. Слава богу, польта недолго и толкай по итогу, чтобы отвезти нас в рай. Заносим за машины, покошенными окнами, окнами завтра. На самом деле счастливый, как ребенок. Ну, честно могу вам сказать. А все по стандарту. Вспомнили, привыкли. Здрасте, 3-е, 95-го до полного. Надо еще шинку найти нормальную, где подкачать колесо. Там не понравится нам, когда уже подъезжаешь, и там прям уже разболтанные такие детальки. Ты такой, ну, ёшкин-дрошкин. Вот это не прикольно.
что там карты Таро, где песня? Где песня про карты Таро? Полюбила не того, может быть, это карты Таро. Знаете, такое классное чувство, вот так ты едешь, вот как будто бы ты вчера просто заехал домой, а сегодня взял и выехал. Вот так могу сказать. Приятно. Ощущения приятные. Вообще классно. Мут. Мут по жизни. Сидим на калибром твоим, накрыло голову. А дальше тишина, как Раневская сыграла, я бы так же не смогла. Ты же будешь писать мне письма, ты будешь писать мне письма. Дай докурю, дай допью за тобой. Это же великолепно. Пробуем 2.6 заднее. Никуда от этого не деться. Сами все видите. Все, как говорится, в реальном времени. Без обмана. Понаблюдаем, но тут уже даже, мне кажется, наблюдать не надо. Тут все ясно. Сердце бахнули стрелы. Я хочу, чтобы они мы у меня пролетели. Вот на маленьких оборотах надо все время травить цепу. Даже не то, что подбешивает, а такая индивидуальная особенность этого мотоцикла, в которой ты все время травишь сцепление. Наверное, поэтому оно и гидравлическое. Если был бы тросик, ему был бы, наверное, просто конец. Врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум. Ух ты, прикольно, парк такой сделали. Вообще классно, дорожку сделали. Вау. Ребята, Колпино не перестает радовать жителей такими инновациями, нововведениями, парковую зону, дорожку активную вокруг парковой зоны. Я аплодирую. Просто аплодирую, это очень круто. Что-что, а в городе Колпино выделяют время, деньги на людей. Ложусь, помогу, встаю, перекрестюсь водой, умываю пеленой, вытираю ведь двери у двери, с ворот у ворот, у чистое поле, в чистом поле стоит престол.